Возможно, будет лучше. Потому что это какие-то сервера Твича забанены. Ну это потому что забанен, короче, немецкий сервер Твича, а Швеция не забанена. Вот и все. Слава Роскомнадзору. Гребаные дебилы. Ну, короче, немецкий сервер под слово, под баном. Франкфурт ДЕ. От провайдера зависит. Формат МВП. Одни провайдеры банили, другие нет. В итоге маршруты идут по одному месту известному. То есть одни провайдеры яростно бросились все это исполнять, а другие нет. Например, Ростелеком, его хрен раскачаешь. Они даже херню сделать не могут нормально. Слишком медленно ворочаются. А всякие мелкие провайдеры, они очень быстро подсуетились и побанили все, до чего могли дотянуться своими кривыми лапками. Поправкам, Наташ, повторяю, поправкам. Ситуация следующая. 12 числа на Корее вышел патч, корявый патч, изменяющий атаку и защиту. 17 числа кореец пишет, что патч корявый, будем править. 18 числа патч выходит у нас одновременно с правками на... Господи, мать его, как... Справкой на контроль. Сегодня это же выходит у корейцев, правки на контроль, и это типа и есть исправление, которого вы так ждали. Окончательно ли это исправление или первая пилюля, непонятно. Но корейцы с этого изрядно.
РКН извинились и заблочили еще миллион адресов. Гений! Гарри, ты не сильно негодуй, а то что? Спорт. Ирине встала на дорогу спорта. Нет. Спорт не наш выбор. Хотя бы до майских праздников бы подождали. Мы там тогда майские провели адекватно. And you want me to go without? Well, it's too late tonight. Друзья, девушки, вино, шашлык и все в таком духе. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Без понятия, Макс. Я в God of War буду играть. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? Мне больше гениев набрали, я понял. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter. But then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood, one life, you've got to do what you should. В общем, мне плевать, за кем там какие решения, я в шоке от происходящего. Насколько все это непрофессионально и дилетантски было сделано. Get to carry each other, carry each other, one. Тотального ужаса и трындеца хочется one. Купить кваса и выпасть из реальности. One. One. Тут, блин, новые хиты релизятся, а у людей Twitch не работает. Так, спасибо большое за музыку. Он у тебя подгрузился, Ирине, потому что я перезапустил его на другой сервер. У меня был на немецком сервере, а я запустил на шведский. И поэтому так и получилось. Да мне больше всего в этой системе нравится, что там никто никогда не виноват. То есть один отдает глупый приказ, другой его не оспаривает, выполняет, и в итоге все.
Все катится. И вроде никто ни в чем не виноват. Какие-нибудь коллегиальные глупые решения. А нам это сказали сделать. А мы не подумали и просто сделали. Потому что нам сказали. А те, кто сказал, они вообще ничем понятия не имели. Да, понятно, что Телеграм работает. Давай, Ирине, вопрос свой. Задавай свой каверзный вопрос. Я весь внимание. Да, потом выяснится, что виноваты были террористы. В блокировке миллионов адресов IP-ш. Или еще какие-нибудь злые рептилоиды. Что значит не качается? Не понимаю вопрос. Сбор на новые камни не качается. Предложение бессмысленно. Они собираются, эти камни, при сборе дерева, руды и так далее. Кроме добычи крови и мяса. Во всех остальных ситуациях добыть новые камни можно. Да. То есть ежами собрать не выйдет. Слушай, насчет ежей не знаю. А вот то, что... животных не собирается, это стопудово. Ну, я вот пару дней собирал. У меня этих камней кафра со сбора получилось 6 и 74 порошка древних духов. Серп не знаю. Смотыги не прокает, вон пишет. То есть, либо копать, либо рубить дерево. Либо сок собирать с деревьев. Гара, любишь ли ты кленовый сироп так же, как я? А то. Твоя виноградная империя рухнула, Ирине. Да-да, еще самая малость. Гара, тянка нужна корейская в кимоно? Корейцы не носят кимоно. У них своя национальная одежда. Нам не нужна предательница Кореи, которая носит кимоно вражеское. Это все равно, что негритянку в косоворотке мне в сарафане предложить с кокошником. Вот еще один камень кафрас целый выпал. Для ПВЕ, да сейчас, ну, БР по всем статам везде лучше. Она носит, только она перекрашенная. Ну ладно, давай. Кореянок мы любим. Мы азиаток вообще уважаем. Азиатки — это лучшие женщины. А чё по фурии? Без понятия, чё... Какую помойку чё ты несёшь? Да, будет. Ну, вообще нет, игры не будет на выходных. На выборы я буду God of War играть. Сорян, Night Wolf. Так что сразу предупреждаю. Я планирую God of War играть. Я хочу God of War пройти. И это новинка. Это интересно. Мне хотелось бы ее постримить. Единственное, что могу запустить, это GOF или Battletech. Потому что, извини, это две новых игры, которые вот только вышли. Я сегодня и ту, и другую покажу.
И мне хотелось бы показывать именно их на выходных И новинки. это все? Ты сам топил за новинки, я вот хочу новинки и показывать. Спасибо большое, No Name. То есть я просто запущу, наверное, голосование. Что на выходных? God of War или Battletech? То есть у нас все выходные посвящены, вот под все вот предстоящие дни, они чисто по новинкам сингловым будут. То есть я уменьшаю количество БДО и увеличиваю количество синглов. Пока что. Ну, я запущу просто голосование, что вы хотите посмотреть, так скажем, на выходных. Я две полоски сделаю. GOF или Battletech. Какую игру мы первой пройдем? Ну, что будет на выходных? GOF или Battletech? Вот так. Обе игры новых. Обе покажем сегодня до релиза. А, они вообще не связаны, забей. Первые три части, они были посвящены событиям в Древней Греции. Кратос, убийство его жены, семьи и так далее, и как он мстил богам греческим за это. А новая часть это вообще Скандинавия. Ну, там 40 часов сюжетка и где-то 60 часов с допами. Да, хочу. Пока да. Battletech. Опять эта безумная женщина гроулит. Представьте себе, провели бы прекрасную ночь вот с подобной очень миленькой женщиной. С утра просыпаетесь, а она вам таким вот голосом просто что-нибудь выдает. Вроде хочешь кофе? И осиновый кол в грудь вобьешь незамедлительно. Да, принеси круассан. И все. Мы тут Ирине выясняли образ идеальной БДОшницы. И мы выяснили путем голосования, как выглядит идеальная БДОшница. Хотите расскажу, кто не слышал? Привет, Звонах. Как выглядит идеальная БДОшница? Идеальная БДОшница рыжая. Мы голосовали. Идеальная БДОшница рыжая. У нее второй размер груди. Рост 160. И чуть выше. Она носит очки. Она худенькая. У нее накачанная задница. У нее волосы до этой самой задницы. Она умеет готовить. Она не очень умная, но и не тупая. Окончила колледж, но без высшего образования. То есть вот это путем голосования мы вывели образ идеальной БДОшницы. А, и возраст. Ей от 20 до 30 лет. Ну там либо ПТУшницу народ хотел, либо кольч. Но варианты она умная или она умнее тебя вообще не зашли.
Никому не нужна умная баба. У нас народ голосовал. Начнем с того, Ирине, что ты не рыжая. Уже мимо. Все богини рыжие. Наши богини рыжие. Ака Валькирии в Вальхале. Которые, конечно, не богини, но все равно волшебные существа. Это голосование в чате было. Отлично, Морган. Единственное, что мы имя не выбрали, и цвет глаз, но и характер. Но посчитали, что это не важно. Главное, что она носит очки и рыжая. И волосы до задницы. Что ты там скидываешь на это, Ульф? Да, ребят, это похоже на наш образ БДОшницы. Но у нее не накачанная задница. У нее она просто отсутствует, в принципе, как и сиськи. Вообще не похоже на то, что мы хотели, Найт Вульф. Вот даже не близко. Доска, два соска, да. Это не наша идеальная БДОшница. Это какая-то грязная пародия на настоящую БДОшницу. Девочка-хипстер. К тому же наша мадам взрослее. А с вторым размером что вы хотите? Второй размер — это очень неплохой размер. За какой класс она играть, тоже не важно. Про корейский патч можно прочитать на Invent Global на английском языке. Могу ссылочку дать, если сейчас найду. Так. Да, конечно, найду я. Как же ж. Я не знаю, где у меня эта херня. Нет у меня ссылки. А, вот есть. Вот она есть, есть, есть. Лови. GS, пох, на каком она классе, да. Кстати, мы же не решили самое важное. Сколько у девочки должен быть ГС, который мы описали? Это же самое важное. Разве вам нужна какая-нибудь бомжитян? Вдруг у нее ГС 400. 400 величий. Что вот, зачем она вам такая? Она ж невеликая. А чатик? Пикчум. Идеальная женщина, по мнению Дайлока.
Ну, да это я знаю. Они с мукалтином, у них вкусы схожи. А, она должна вашим классом, то есть она у вас еще и бесплатным драйвером должна быть. Помимо того, что она готовит, она еще и вас драйверит, пока вы на работе. А если у нее более крутая работа, и она зарабатывает больше, чем вы? Как вы с таким мириться планируете? У нее не ПТУ образование, у нее колледж. Колледж. Она не совсем тупая. Значит, она будет оплачивать мне драйвера, все просто. Но это чуть лучше, чем ПТУ. Ну, чуть-чуть. Привет, Дима Лекс. Спасибо, ребят, еще раз за музыку. Сейчас я почти уже насобирал этих бревен. Надо 8 сотен бревен. Примерно мне. Ну, блин, возраст у нее у нас разный. Может, она ранее успела выучиться в ПТУ. Кто знает. У нас БДОшница очень загадочная. Кто знает, как ее судьба повернулась. Что плиты делать? Ну, мы уже, Рита сказала, есть какая-то одна девушка, похожая на наш идеал, которая стримит БДО, но там какое-то имя непонятное, никто ее не знает из наших зрителей. Как вариант, и гирскор не нужен. Не, вообще не. Просто три раза не. Санса Старк это такая себе тян. Чё там за ссылка? Идеальная БДОшница, по мнению чатика. Это маленькая девочка, а не БДОшница. И где очки? Санса Старк какая-то жертва садомаза. Ужас, Ириния. А, бывшая фанфэктори какая-то. Ну ей лет 8, блин. Не женщина, а маленький ребенок. Нормально у нее были партнеры, она просто глупая была, Санс. Что в книге, что в фильме. Тупая как дрова. Дайлок извращенец.
Ребят, Санса Старк, секси или тупое полено? Быстрое и авторитетное мнение чата. Полено или нормальное? Полено или секси? Два варианта. Рамси просто тонкой душевной организации человек. Бревно, буратино. Полено. Аурус считает, что секси. Сексуальное полено. Днище она. Вот да. Нет, вообще не подходит. Ни грудь, ни попа, ни волосы, ничего. И очков нету. Вообще ни о чем. И вообще она практически не рыжая. Не настоящая рыжая. Нет ничего хуже поддельной рыжей. Наше голосование объективно. Ты просто рыжих не знаешь, там оттенков дофига. Что их всех рыжими теперь называть? Рыжая это вот та, которую скинул Найтвульф первый. Вот это была рыжая. Хуже по отдельной рыжей, только патч от корейцев, да. Это ж так подло подделывать цвет волос. Все думают, что ты настоящая рыжая, а ты какая-нибудь, не знаю, блондинка или брюнетка. Банальная. Что это она крашеная? Это настоящий цвет волос. 50 оттенков рыжего. Катаны в чатике, как вы относитесь к поддельным рыжим? Эй, вы должны меня поддерживать. Что значит вообще похеру или нормально? Максон еще маленький, он не разбирается. Чем чатик не шарит. Вот, только в Forest Dream, прекрасно понимаю. А давно ты на рыжих переключился? Как только появится хоть одна, переключусь. О, как Трис Мэригольд. Вот Форест меня понимает. Трис Мэригольд это топ. Ну вот это рыжая, да. Очки дурацкие, правда, но рыжая. Так, Найтвульф показывает. Блин, Найтвульф, ну ты и скинул. Полчаса грузит. Что там такое? Ну это вообще не рыжая, это какая-то русая. И она не худышка, и нет. Как вы сами голосовали за худышку. Кстати, такая мне больше нравится.
Но она не рыжая. Первая рыжая, вторая не рыжая. Волосы не до задницы, уже не канон, да. Хотя мне больше нравится, кстати, короткая стрижка. Это чатику нравится, длинные. А то тихоня. Девочка стримит 40 кг. Господи, что за узники Бухенвальда? Сорок кг это дети. Ирине, ты нам хочешь рассказать, какие симпотные девушки стримят на Твиче? Кто из них рыжая? Да 40 кг это вообще не очень. Вот! Если говорить о идеальной тян, то вот это пиздец, вот это идеально. Та, которая слева. Чатик, а вы как считаете? Запустим машинатор. Первая. Вторая. Третья. Чатик голосует. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Слева направо. Голосуйте. Кто идеален? Я сам проголосую, конечно, первое. Какие вообще тут мысли могут быть? Что значит ноль? Нужно больше золота. Футаба Сакура из Персона 5 топ. Но у нее интеллект высокий. Равно. Ссылка удалена. Дай-ка гляну, что за ссылочка. Что за футаба? Там у нас в голосовании 2D тян не участвовали. Это что за ссылка такая? Граф, что за странная ссылка? Путем голосования мы установили, что идеальная среди этих трех? Первая! Первая! Вот так-то. Гара прав. Чатик шарит. Спасибо, Форест. Трис Мэри Гольд. Это прекрасная девушка, зажигавшая с Джоном Сноу. Это топ. Они непонятные какие-то. Сансы Старк и прочие непотребства. Мы таких знать не знаем. Максон нашел почти идеал. Не, ну это не естественный цвет волос. У него корни черные. Вообще не то. Не, она не алё. Мимо Максон. Мелисандра? Ну она такая горячая дама. Очень даже, очень даже.
В Donation Alert нажми, там напиши название трека. Сейчас доски порубим, бревна. Как звали эту актрису, которая «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу»? Как ее звали? У меня в сообщении там рыжуха. Что за сообщение, Рита? Мне не видно твое сообщение. Его мубот удалил. Не, не топ. Не надо ссылки кидать, ребят. Банит мубот за них. В ПМ мне напиши, Рит. Вот классная рыжая вампирюга мне скидывает. Не, ну эту рыжую мы знаем, она клевая. Помните ее? Глаза зеленые, волосы рыжие. Красивая. Эту рыжую мы одобряем. Рита Скитер. Так. Вот. А нам настоящая Рита что-то скинула. Вот. Рита нам скидывает рыжую. Нет. Ну вот, вот, вот нет. Хотя практически по всем параметрам подходит, но волосы до задницы вот выглядят именно так. И это не прикольно. Ну, примерно что-то такое чатика выбирал, да. Только очков не хватает. Не Рита Скитер. Ее звали, хорош. Вот это, справа. Вот про нее я говорил. Вот это идеальная рыжая. Не знаю, чатик сказал рыжий топ. Чатик врать не будет. Там просто освещение такое, так она рыжая. Ничего ты не понимаешь. Тебе только котят есть. Чтоб женщина сказала, что другая тян красивая, да никогда такого не будет. Так что ваше женское мнение не объективно априори. Она была не идеальной. Так, очередная рыжая. Но это не прикольный рыжий цвет. И грудь тут явно не второго размера, дай бог первого.
Губы накачаны, ужас. Я просмотрел, почему. Она не клевая, Максон. Клевая это рыжая азиатка. Если такие бывают. Ну хорош ты будешь, блин, кидать одну за одной, что ли. Трис в очках он скидывает. Трис Мэригольд в очках. Все, мы уже определились, идеал недостижим. Он останется в наших сердцах навсегда. Как образ идеальной БДОшницы, которого нет в реальности. И это все? Спасибо, ребят. Не рыжая, но выделяется.